Софт. Сегодня я покажу вам, как своими руками можно сделать солнцезащитный крем, что очень актуально в это время года. Для этого нам понадобится масло ши нерафинированное, масло ши карите жидкое, кокосовое масло нерафинированное, масло моркови экстра виржин. Понадобится оксид цинка, ОФ-фильтр, который как раз и защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Также нам понадобится эмульгатор. Я буду использовать эмульфарму для того, чтобы придать нашему крему густоты. Также буду использовать отдушку парфюмированную Christian Dior Fahrenheit. Также нам понадобится несколько термостойких стаканов, стеклянная палочка для перемешивания, мини-миксер и баночка для крема. Я буду использовать баночку Milan. Выглядит она вот так вот. Сама баночка матовая, крышечка белая. Внутри есть вкладыш с такой вот ручкой. Выглядит она вот так вот. Теперь в термостойкий стакан мы наливаем масло ши карите жидкое. В это время года все масла имеют жидкую консистенцию, поэтому предварительно пока их разогревать не нужно. Добавляем также масло ши нерафинированное. Далее добавляем кокосовое масло нерафинированное. Добавляем масло моркови. Хорошенько все перемешиваем. И нагреваем. Я нагрела масло и теперь добавляю туда ОФ-фильтр оксид цинка. Добавляем его понемногу и начинаем хорошенько размешивать. И теперь снова разогреваем. Мы растопили эмульгатор и теперь его понемногу добавляем в крем.
Все тщательно перемешиваем. Добавляем несколько капель одушки. Теперь с помощью мини-миксера хорошенько его взбиваем. Виталик, выключай. После того, как мы тщательно размешали оксид цинка и растопили эмульгатор, мы добавляем его в смесь. Хорошенько размешиваем. Теперь перемешиваем и взбиваем его с помощью мини-миксера. Добавляем отдушку Christian Dior. И все снова перемешиваем мини-миксером. Вот мы все хорошенько перемешали. Крем у нас получился пока еще жидковатый. Мы переливаем в баночку и даем ему остыть. После того, как крем остынет, эмульгатор будет придавать ему густоты. Ждем, пока он остынет. После того, как крем хорошенько остыл, мы продекорировали непосредственно саму баночку. Для этого я использовала белую атласную ленту и бирку «Ручная работа». Крем хорошенько впитывается, не оставляет белых следов. И при этом будет защищать вашу кожу от нежелательного солнечного воздействия. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!